что-то убило. Я тут. Мы погнали. А чё, она народ, погнали нахуй. Что, он опять вылетел, что ли? Ёба народ! Смотрел вчера стрим, короче, Типас X5, балансер называется. Не знаю, там просто на стрим такой сижу, пишу, какой серп. Ну там макрос есть, типа, прописывает, пишется такой серп бот. Пишет. Ну а так спросил, короче, X5. Короче, не знаю, что за гильдия. Ну вот он часто стримит, там 70-80 человек стрим смотрит. Ты че не стримишь? Зачем? В смысле, мало ли, кто-нибудь сдонатит тебе там, парик. Это на Ютубе че? На Ютубе балансер какой-то. Виче на Ютубе. На Твиче это только официалки можно стримить. Твич, да, да, там. Не, ну Твич хороший, но Ютуб более распространенный. Ну там типа как, с какой стороны зайти, типа. На Ютубе там будет музыку все банят за авторские права. Да. На Твиче там подключают, что хочешь, хоть с матюками. Я тут. Ой, у меня опять хорошо. Интернет будет. Все, давайте бафайтесь, Войд, спекайся на ардру, ты останешься на ардру. Слышно меня? Да, да, он уже спекнулся. Давай, тебя ждем. Все, Джубанка в ШП, Войд остается на ардру в 5 челов, пойдем. Чек на пул. Он летает, кинешь СС на Деймоса. Послав кинешь СС на Войда. Когда кадешь? Секьюрити готово? Начинай. Бесит она вот ногами, что перебирает, да? Тяжко, 3 секунды готов. Беги, малышка, беги! Подойди ближе к ней. Ну, кто там? Я могу поднять. Ретро, ты лагаешь? И лагнула. Вот, поднимай. Чё ты ногами шевелишь? Давай быстрее. Давай быстрее, захильте её, дайте баф. Метки вниз. Наберите реш между собой. Ретро забафайте, обновите бафы все по ретро. Великий, берите центральный глыбу, РДД самый крайний. Справа далеко падает.
Так, ну да, вы самую правую, самую левую берете в таргет, сразу подбиваете их. Велики бейте центральный. Справа близко падает, под прям под ступенька. Самую правую давайте бить. РДД берите, по центру падает далеко. Ну, в центре. Самую правую, самую левую подбивайте. Валер, Гера, на второй падает. Будем давать сразу? Да, да, да. Давайте склеп. Склепы добили, потом в босса. Босса никто не играет, потому что... Сейчас люди начнут Склеп. Остановил Деймос. Играть совсем разрешился, что до круга добегаешь, и там ловишь. Он просто на тебя поворачивается. Много не стакайте, там 5-6 стаков, больше не набирайте. 5 хилов это будет много. Беги, малышка, беги! Тяжко, побежим. Бежим далеко, на ступеньки вверх, бежим, бежим, не останавливаемся, пока не достанет. На двух хилах освобожден. Метки вниз. Ого. Деймос, а ты где стоишь? Я слева вдалеке там. Рядом с боссом. Можете разбить только... Пейте печенье. Давайте разобьем. Справа падает глыба. Два танка просто метка. Справа глыба прячется. Разбивайте склеп печенье. Отбивайте. Вот после этой глыбы его разобьем. Прожми, прожми МС. МС прожми, прожмись. Последняя слева близко падает. Вот это не берите склеп вообще, за которым мы стоим. Убивайте склеп и лови босса, иди. Лови босса. Давайте слева добили. Хорош. Там повезло, что просто склеп рядом стоял соседний. Склеп добежал. Я специально так сказал. 3% до фазы переводите. 2 хила с освобожденкой, 3 хила с освобожденкой. Не стакайте много. Знаете, все кучно, блоковский портал и вниз ступенек, где крестик примерно. Все метки носим под босса, вой под босса, великий уйдите оттуда. Сразу разбиваем. Бросайте стаки, правильно вставайте, влево-право смещайте, чтобы так раз. Вставай обязательно под босса, будет притяжка. Я могу зависнуть там, если что, рейте. Я уже завис. Нейки из-под босса. 5. Вовремя я завис, конечно. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Идите, скидывайте стак. Вы что, слепые? Не могу говорить, бейте метки, все под босс. Разбили под босса, милики ушли. Разбили сразу. Следующая под босса, ушли милики, будет притяжка. Не бейте глыбу, осторожно. Беги, малышка, беги! Следующий в сторону из зерга. В сторону. Зерга. Подхиль, подхиль. Здесь прожим, да. Наконец-то!
Печать Малигос. Малигоса. Малигоса. Или Малигоса. Где-то в каком-то энкаунте. Память. Малигос. На А ударим. Малигос. Малигос. В каком-то инстинкте. Халион, блядь. В каком-то инстинкте. Синдрагоса, блядь. Не, ну Малигос точно Малигос. Потому что в каком-то инсте, я не помню, в каком-то, что-то воля Малигоса там что-то, ну, в каком-то энкаунте озвучка такая была. Слово Малигоса закон. Да, только в каком это инсте было? Антистовая крепость. В Окулусе. Окулус, точно. И кто это говорил? Вот этот первый босс? Нет, там в Аметистовой крепости я лично исполню волю Малигоса, говорила с ней. Ну да, босса. И там тоже. Босс, который там в клетках драконов держит, тюремщик какой-то. Я, короче, вижу лут, но я не могу типа отдать его. Олег, ты можешь раздать лут? Ты пока тут стоишь. Олег, слышишь на меня вообще, нет? Да, слышу. Раздай лут, пожалуйста, я кину тебе лутер. Я не, просто не вижу группу. Я там не заморозил никого хоть? Нет. Заморозил. Просто. Я вас тогда. У меня опять интернет дроп. ДП. Не знаю. Сейчас я объясню. Ретре тоже кидает. Я релухаюсь. Это у меня это. На токен. Если чё. Миса, вот ещё холик, что ли? Вроде ничего не забыл. Я думал, ты ДЦ. И холик и ДЦ у тебя, да? Правильно, классно же. Либо кто-нибудь поставит? Да, я поставлю. Давай же лича убьем. Да не накосяйся, что ничего страшного. Главное, остану, давай. Перкайся в сову назад. Так ты когда освобожденка, молитва исцеления и следом круг исцеления, один стак ловишь, а отхил, блять, 20 целей отхиливаешь. Ну не 20 там, цели 10, 12. Там за хил топовый идет. Плюс это прыгающее молитвое восстановление. Где топ? Да, без ханта плохо, конечно, на лечении. Забывает ваны, конечно. Дайте баф, раздайте эту бафу точечно. Никто не падал по нас. Лапку дайте и приспав. Этре панул. Это бафы делала, но. Ты не будешь менять в этого Вара и Ретрика? Они дамажат как танки. Сейчас. Вот это ты запала и... Элгримар. Элгримар, да, я знаю. Сейчас я попробую кому-то написать. Я готов, если что. О, у вас ап есть, да, топовый. Хант, да. Топ-хантам и не помешал. Хантам. Хантам.
Зомби. Поклонский без контакта. Заходи туда варом, потому что вар самый лучший зайдет из всех ханта, не? Только есть кто-нибудь еще пожелая? Джерион, ты тут? Джерион ушел. А кому портоваться в доллара? Изабелла. Она сама хотела уйти или сам. Изабелла сейчас пока заменит. Ты вроде как мужик. Ник бабский просто. Да не важно. Есть хан какой-нибудь? Вот бесит, когда какой-нибудь мужик, блядь, создает ники типа мокрая сучка там. Ну и пиздец. Это же надо задуматься, блядь. Почему тебе именно этот голос? Ну, не знаю. Забыл, давай, блин, портал в Баларан. Ты бы лучше товара заменил, а не паладина. Паладин хочет уйти сам просто. Паладин. Он уже ушел даже. Азов нужен кому-то в рейде? К сожалению. Да. Если мне на ДД ничего не надо, я же могу уже на хилар вылить или нет? Или тоже офспек? А ты об этом в РК писала до начала пула ребра? Что ты ролишь на другой спек, а не в котором идешь? Нельзя ролить сначала на один спек, потом на другой в течение одного рейда. Нет, да. Перед рейдом выбираешь, на какой спек ты будешь ролить. Ты уже ролишь до конца рейда на этот спек. Нельзя уже менять свое мнение. Хорошо. Больше нет желающих, у нас никого я не вижу тут в гильде. Есть один хант, но он 5.2 ГС. Зачем хант? Замедлять валик, лужу ставить. На ушку. Да, АДК с лужей должен быть. АДК осквернение на это типа вкачал. Да, у Питки. Ну что, идем туда в валик. Да подожди, отправь Моменты моря, пускай спек сделает. Блять, зачем мне делать спек? Вон когда есть ДК 6 КГС, пусть бы я сделал спек. Ну, пошли я тогда опять на минуту. Питкин и Момента моря, идите делайте спек. Можно на минуту отойти? Да иди. Зачем его спекать? У меня АДК есть, если что. Ну, замедляет валик, оно. Что-то не, вместо каких это берет? Вместо каких талантов? Какой-то там погребальный плач, какая-то херня там. Будете делать спек или нет? Это надо для убийства лича. У Питкина вкачал. А если его Валька унесет? Ну, пускай у меня там море тоже вкачает. Если у вас троих всех свадит, что тогда будем делать? Лара был, да, я уебал потом нахуй перебивать этот спек обратно. Да, давай вот тогда Момента моря поменяем на другого. Ты издеваешься надо мной или что? Тебе, блядь, нехуй делать, скажи? Тебе нехуй сделать спек, чтобы помочь всему рейду? Тебе это западло? Ну ты понимаешь, что у нас 3 ШП, 3 Вальки, 1 ДК. Ну сразу всех четверых не схватит, согласись? ШП бьет точечно. ШП бьет только одну вальку точечно, замедляет. Дальше что? А что мешает троим ШП в разных валик сыграть? У нас 3 вара, которые могут подрезать. Вот 3 вара, которые могут... Дело не в этом, он просто ему впадло помочь рейду сделать этот спек, который блядь, нужен. Я и так помогаю рейду, то что иду флоу манхоликом и дамажу, блядь. Блин, считай это просто западло. Как на офи их замедляли, я не помню.
Я читал, но уже не помню. Там же, ну, тотемы. Чё там ещё? Там почти у всех классов, по сути, замедлялки есть. Уроги у того же урогов есть. Но она опять же прокает. От вихря, клинков, от ударов каких-то там. Не помню. Вращающиеся лезвие. Уроги яда есть? Ну, блядь. Где вот это? Не знаю, как интернет это? Бикрам Сайенс. Вот, вращение лезвий. Оно не пукает. Это головокружение. А, то же самое, как у Фурика вкачанное. Не пробует. Алло. Не. Слышно меня, да? Слышно. Ну что там, вкачан у него, да? Я все прослушал, меня лагает. Я не знаю, может кому-то РЛ передать, потому что вдруг опять вылечу посреди края. Ну, поднадоело под конец рейда. Ну, такая херня. Ну вот, у Питкина вкачан скринит. Будет, значит, валить уже, блядь. Это на будущее, но если просто в следующем рейде один момент о море будет и никого больше не будет. Значит, пойдет менять спех. И у нас нет ханта. Ты же его кикнул. Придется без ханта. Давайте разберем сразу по станам. Некис будешь ставить. Первый вали. Кружок. А кто угалы? Вторую ромли. Поклонская. И треугольник. Ставим на первой переходке дашь СС на Деймоса, послаем дашь СС на Протопала, на Поклонска. Вешайте проклятие красноязычия на переходке. Там гимн скажу кому, да, чек на пол. Месао подиспелишь чуму. Сразу предупреждаю, я в последний, второй половину рейда, что интернет чаще вылетает, но он видит. Так что если что, там замочу, подхват. Тренинг на вторых вальках будем выносить нормальные люди, будем стоять в одной точке. Один человек служит влево или вправо, а и в другую сторону. Будешь давать стан по той вальке, которая будет улетать вперед после первого стана уже. Когда паладин даст стан и будет долго ее бить, она будет улетать, будешь давать ее стан. Еще раз чек на пул. На минутку отходила, там надо мне какие-нибудь станы ретри давать или нет? Нет. Ну я скажу тебе, если нужно. Артугал и станет ромбик, вторую валю. Запускаю лича. Она же не услышала, что ли? Неужели прибыли? Просто ты пропал на второй волне. Вот, ты будешь задавать секьюрити на форт или на ухом. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч. Там гимны на ману будет там петь на первой переходке, на второе. Бафните лапу и приста баф. Будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. На хп не кричите, вары, я покричу. Отчаянные крики послужат доказательством. А что у тебя вкачано? Да. Если слышите, что там уже лагаю, что-то сразу захватывает, поговорить. Начинается внимательно смотреть. Деймос, ловушка может на танка кидаться, если что. Я помню. Велики ловушка. Ретри чума. Диспел. Счастье. Смещаемся.
Не спойлите сразу. 4 секунды. Что-то я выбежал. Да не спойли, чтобы он не сдох. Тогда дай ловушку. Чума 3 секунды. Паркор чума. Следи за дебафом, возвращайся. Те следите за дебафом, может на вас перескочить чума, и вы сразу тоже бежите к спине. Милики ловушки. Милики ловушки. РВД ловушка. Секунды. Паркор чума. Диспел. Ты уже в РДД зоне. Проводи, Ничего. Проводи. На крае 1%. Хватит, на край, за звездой побежали. Все на крае. РВД хилы наберите рейндж. Или зоны не подходите, забирай духа. Кресты на сферках сидите. Проклятие. Мауе бьет. Им. Жубанга, дай один на хп. На ману. По сфере не забывайте. Больше дамага в дневных, чем второй появляется, чем первый не первую сферу добейте. Две сферы это. Что-то ДПС пад. Терра летит в мелизону. Духа отдотайте сейчас. Сферу убейте, не бегите на сферу. Пыхнет, потом выйдет в центр. Без двух финансов два дела должна быть. На спиной стрела, мы на нее будем лететь. Пики сейчас будет замедлять всех валим. Своим оскорблением. Рос, давайте. Тан. Куда ты полетела, Месао? Подлагала. Треугольник добиваем уже. Просто не было раньше, да? Звезде нужно стоять и лететь в сторону. Сейчас звездочку станьте, будем лететь треугольник. На стрелочку, которая сзади за спиной. Оскорнение выносим влево. Один человек бежит влево. Рядышком с прошлой лужи. Остальной рейд смещается справа. К трону. Вправо, весь рейд вправо. Короче, меня опять лагает, клини. Или чат ставить? Возле глыбы. Оскорбление. Понятно. Кличу всем лича. Говорите кто-то, Олег. Да я сейчас не могу говорить. Станы где? Бейте, Валик. Что еще сказать? Все разбивайте кружок тоже. Две переключения. Че вы бросили, я вернуться мог. Давайте звезду псову. Твой господин, сойдет.
подвалик разошли, сейчас лучше. Хорош, Грим. Эти валик. А я успел. Ну тут только пробовать переводить, не знаю. Да. Не, вы не успеете. Блять, кто забежал, пиздец, бро? Падаем, да? Да, я же сказал падать, сейчас я первый. Бля, слышишь ты меня? Что там вайб, да? Там в лагах двигался пару минут, ничего не видел, что там происходит. А кто вот эту лужу первую залил? Никто не помнит? Лилия. Можно дать ГП за это. Самую первую налили в ретре? Лилия вторая, значит? Ну, на вторых валях Лилия была. Я первую самую выносила, я ее в бок вынесла нормально. Самая первая была моя. Это первая еще нормально. Да, первая нормально. Первую я еще больше я вообще не, это, ну, не выносила. Наверное, Олег имел в виду первую, которую в центре разлили. В центре Лилия разлила, потом Оргрим. Оргримар. Ну это пиздец, не разливая, не. Там еще, я видел, помню, на первых вальках кто-то улетел, по-моему, Месао, не туда вообще, куда-то влево полетело. Ну это Теймос на пропавлено ставит босс, он его заводит за центр. Да какая разница, ну даже если бы он завел бы за центр, ну типа... Стояло на метке, я не стою специально в центре, я специально подальше оттягиваюсь в центр. Ну а как миликом бить? Ну, а так это бьют, получается. Ну, понятно. Но она, видно, посмотрела там, где милики было, встала в них. Потому что милики стояли ровно в центре. Я отошел назад в метку, но я бить не мог плеча в это время. Там любого милика бы схватило, ну, и он бы улетел в сторону. Ну, понятно. Ну, в том случае лучше, если так тупик там, так лучше уже все равно отойти и на пару секунд стопнуть дамаг, чтобы не улететь в другую сторону. Лучше на 2 секунды ДПС стопнуть, чем потом вообще улететь в другую сторону, тебя не разобьют, и ты вообще потом не будешь дамажить. Я так считаю. Будешь релить или не порелить? Давай ты порелишь, потому что ты видишь, что происходит с моим интернетом. Я просто вылетаю последний край и все. Я если вылечу, то просто потом, может, перезайду. Кто вылет? ВРК? Огримар, ты в РК, а кто уголы? Почему ты стоишь в центре и разливаешь осквернение, Огримар? Тебя кикать с рейда за это? Последнее предупреждение. В следующий раз кикаю из гильдии. Да, пацаны, походу у вас рейд топов. Вчера уже... Одного человека, это ж, а не, это позавчера по нему было. Позавчера уже кикнул с гильдии людей. Сегодня тоже, наверное, будет. Сейчас я пораскидываю пати. Там что-то... Джеллион, ты на туалете там сидишь? Не, я иду по улице. А, ну, ты слышишь? Типа голос, Каноп, это ты? Не. Я про машину мыл, короче, на сервисе, короче, надо было это. И вот там опоздал. Думал, зайду на лича, а то не зашел на лича. Давайте вовремя. Слышал, рейд топов, лужи в центре. Все как обычно.
Деймос, держи босса в центре. Хорошо. Где этот мужик? Да хорошо, я понимаю, что такое центр. Ну, все говорят, все поняли, я все понял, но потом... Да, блядь, Олег, что ты мне рассказываешь? Да, тебе... Вот, если честно, это не такой значительный косяк, вот, совершенно небольшой. Я про остальные вообще молчу, там, тот метку не стоит, хил, тот разливает лужу. Хардкор. Ты тут? Лапу я дайте. Лапу. Где лапа? Дайте лапу. Я запустил. Неужели хваленые силы света? А почему Фурик 5.7 на синдре дамажит как Ретрик 6.3? Что это за ДПС? А, по станам. Первую волну кто станил? Первую Некис, вторую волну, потом Поклонский. Все, давайте заново. Первую вальку Некис, Ромбик, Ретрия, Трусы, Поклонский. Вторая волна Лень, Кружок, Оуфорд, Ромбик, Трусы, Ктулгалы. Ктулгалы, если Поклонский. Не будет следить. Да, там есть свободный рез, этот... стан. Пускай Ктулгалы станет, посмотрю, как станет. Не будет застанена на Валька, на второй волне будет ГП тебе. А подожди, ты бы лучше назначал людей, которые шарят, ставят Валик, которые идут после круга. Блять, это Джерион говорит или Каноп нахуй, я не пойму. Йо, заткнись, не мешай релить, милики перебежали. Стали в звезду, чума 5 секунд. Шаркающего забери. Ретри, метка. Милики, ловушка. Висау, встань в звезду. Пока эта мания не стоит в звезде. Побежали. Чума 2 секунды. Леон, чума, блинк. Милики, ловушка. Шаркающий второй сейчас вылезет. Мисао, встань в звезду, не мешай мне релить. РД ловушка. Чума 2 секунды. Некис, чума. В РДД зону есть? Милики, ловушка. Смещайтесь в РДД зону. Падаем. Там спереди была ловушка. По-моему, да? Да. А ты что, в трон улетел, да? Кто я? Я вообще не улетел. Море, ну. Ну, я стоял сзади Лича. Не улетел в трон, да, но я видел. Он тоже улетал? Ну, я живой. Ну, 4 человека, Питкин, Ментамори, Некис, Ктулгалы. Да, но я-то не умер. Это мне ГП начислил, я же не умер. Да мне похуй, ты улетел. Так я-то не умер, и не я в ловушку наступил. Ну ты объясни, за что мне ГП, если я не умер. Ты тупой что ли, блядь? Не то, что ты улетел на ловушке. Не выводи меня из себя. Я в нее не наступал, и я от нее не умер. Слышишь, вот... Ты не тому кинул ГП, ты два раза кинул. Я знаю, сейчас. Слышишь,
ты не начинай только спорить, а то это, ну, некрасиво выглядит уже. Мы все знаем, что ты спорить умеешь. Это же не мой косяк, блядь. Я виноват, что на меня кинул. Ну, по сути, не твой. Ну, часть тоже. Да, по сути, мы тоже не так танчим, если что. Ну, да ладно. Да, там, но он должен уже поставить полгода нечто. Как. Ну, короче, он ведет его, то есть, как раньше мы по-старому били, он поворачивает на РДД. То есть, ловушка впереди была нас, а не... Ну, вы поняли, короче, не сбоку. Ну да, он просто ему спросил, он сказал, я знаю, да, что все эти новые, ну, обновы, которые мы делали. Обновы демосы тоже кинем для профилактики. Танчи нормально. Он только сказал, где мой ПМ. Боком к миликам. Ой, боком. Параллельно к миликам. Я зря сказал. В смысле параллельно к миликам? Прям в них стоять? Как... Ну, то есть, чтобы Лич смотрел на РДД. А, понял. То есть, если на тебя кидается ловушка, то она не впереди нас. А сбоку. Вот Деймос, иди сюда. Вот. Здесь стоит Деймос. Кружочки. А вот здесь я поставлю костер. Как стрелич. Здесь Деймос, кружок. Сзади костра милики. Все, кидается на танка ловушка, ты перебегаешь просто влево, вот сюда. Милики тоже перебегают влево. Соответственно, ловушка не кидается впереди миликов, и никто не умирает, никто не улетает. Ты не стоишь вот здесь. То есть постоянно нужно разворачивать на РДД. Да, да, да. Ну, провел, развернул. Где помогли, ты умерла, улетела. Нажми либо слэш реэл, либо точка анстак, крестниц. Есть Дживс? Оман. То у тебя нету X-перла, чтобы это все видеть? Можно даже на экране смотреть, просто дисплей чумой на 3 секунды. Ты облегчишь мне жизнь этим. Какая разница, кто как выбегает? Ты просто считай на 3 секунде. Это уже его косяк, выбежал он или не выбежал. То есть, если человек будет стоять в мили-зоне с чумой, ты его не диспелишь, потому что он не выбежит. Поставьте шкаф. Поставьте. По твоей же логике говорю. Сумани меня очень известно. Давно мы на ловушках не улетали, кстати. Мани. На X5, кстати, бьют по вот этим квадратикам, ходят кругом. А, в центре шаркари стоят с паратопава. На стрим смотрел. Там никто не улетал тоже. Ловушки также быстро появляются. Дерьмово, они бьют, конечно. Ну, а в чем разница? Какая разница, как там, ходить, если все равно убегать по ловушке, которая в мелизоне появляется? Ну вот именно, разницы никакой абсолютно. Ну, моя там кривая. Папа. Ретри, готов? Ретри. Дайте кулак дроиду. Лапу. Мне, кстати, да, вы тоже на синхронном балконе побыл. Ретри, ты тут? Все, я запустил. Ты не дергай лича перед самой ловушкой. Жди ловушку, тогда уже веди босса. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас.
Когда черная метка появляется, тогда весь. Бля, ну если ты поведешь до, повернешь лича, и ловушка может кинуться на тебя, и эта ловушка будет перед миликом, и все опять улетят. Ай! Да будет так! Герои в атаку! Милики, ловушка. Чума, 3 секунды. Стали звездочку. А кто голый? Чума. Поклонского. Нет, Милики, ловушка. Далее встали звезду. Ты, Демос, ты немного сместился. Yeah. На следующей ловушке оттяни его назад. РДД ловушка, перебежали. Чума, 1 секунда. РДД ловушка. Шаркающий. Чума. Милики, ловушка. Чума, смотрим. Милики, с чума. Ловушка, смотрим. РДД, ловушка. Проводить трэш дальше. Еще дальше. Еще дальше. Ставлю звезду, ребята. Все, давайте все на край. Все, давайте все на край. Стоп, дамаг полечу. Отбежали от ловушки. Давай сакру поклон по югим на хп. Быстрее убегаем. По югим на ману ставьте тотемы. Рейндж набрали все. Быстрее. Бьем шарики. Кстати, на этом отвешаешь проклятие? Естественно, Демоса кинь. Так, по команде рост. Первые вальки, Некис, кружок. Ромб, ретрия, трусы, поклон. Сферу убить. Во сколько закончится? Сферы добить, 2 сферы живы. Так, 3 лям. Сверху добить. Там, где лич стоит, там ты его танчик. Понятно? Звезду встали. Иди лича за вальком. Вальки хватает людей, мы все с центра выходим. Давайте, вальки все вышли. Вышли все с центра, играйте вальки. Через ромб играем. Вижу, кто он, плохо. Ромб разбили, трусы. 200 тысяч в трусы. Все, давайте рост. Обходим лича. Стали в звездочку. Поверни. Поверни лича так, чтобы он стоял задницей к звезде. Значит так, первую вальку лень, вторую оффорд, все кто голы. На первой вальке весь ряд отходим к трону, искренение порталу. Смотрим. Все, вышли. Вышли. Вот это фартануло вам. Бейте вальки. Кружок застанет лень. Через кружок сыграли.
Все, кружок не бить, трусы давайте. Ром 200 тысяч. Центр не видели, увидели сейчас центра, будет осквернение, все центры вышли. Увидели сейчас центра. После осквернения все в центр идем. 1-0. Смотрим осквернение. Ленуки, давайте все опять сюда в звездочку. Первую вальку Некист, вторую Ретрия, трюсы Поклонский. Давайте. Перед вальками не стоит осквернение скоро. Перед вальками не стоят хилы. Осквернение 3 секунды вышли. Кружок добить. С центра все вышли на рейндж. Так, все, идем в звездочку. Становимся так, как на первых валях. Лень, кружок, ром, офор, трусы, оттолголы. Валик нужно слить. Так, все вышли. С центра все вышли. Перед вальками не стоять. Кружок играем. Без кружок. Через кружок играем. Сегодня вам везет. Джубанка гимнах. Лилия гимнах ХП. Войд, поднимай Миса. Мисау, дух сними. Быстро, дух сними. Дух сними. Войд, поднимай. 1%, 1%. Все с центра вышли. Вставай. У меня гимн на КД. С центра все вышли, все на край. Джубанка, сейчас поешь гимн на ХП. И потом гимн на ману. Лилия тоже гимн на ману. Дайте бафу по Мисау. Джубанка, Лилия, бейте сферы. Кружок только бьем. Надо, кружка не было. На ХП витамин. Давайте максимально ДПС комнатки, вары, сокрушительный бросок, ДК лик смерти, трики экзорцизм, правосудие. Лень, топорики кидай. Сферки добили. Последний дух. Отошли от духа. Отдохали лича. Чешки у кого есть, плюсики поставили. Стали в звездочку. Звездопады и сушения. Кого стоит Shadow Resist? Аура защита темной магии. Ни у кого. А она стоит. Да я понял, слепые инвалиды. Хорошо. Будешь кидать уже по ситуации. Мастер Аур. Сейчас выйдем с комнаты. Будем бить духа. Квадратик это. Лича, портал уведи. Быстрее. Портал быстрее веди, чтобы он кастанул там духа. Бегу, бегу. Все, иди теперь к трону. Все к трону ушли. Почему ты так быстро ведешь лича? А, медленно. Это был сарказм. Ладно. Духи спустились, шипы там умрет сейчас. Лилия, как у тебя дела, нормально? Мелизоне ловушку. Ой, ловушка, сквернение. Все, веди к порталу. Так, а доты остаются наличие, когда нас кидает в комнату? Кто-то шарит? Он дикая, да.
Давайте звездочку себе, сушение дали. Пошли. Да, шаманы, тотем гнева ставим в комнате. Газ быстрее будет. Сейчас выйдем с комнаты, все идем к порталу, духи спустились, никто не бьет плеча, все к порталу. Читаните на ману, кто-то гиб из престов и кавалей, вкусовые маны. Понимаете, к трону все. Сквернение 2 секунды в центре. Сава. Я завис. Все зависли. Да. Все зависли. Дискорд. Я учу. Миша, ты